Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. 11 ноября ежегодно свой профессиональный праздник отмечают экономисты. День экономиста в России утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 24 ноября 2015 года. В этом году День экономиста у нас в республике приурочен к столетию образования экономической службы Якутии. В канун праздника у нас в студии гость Иван Елисеев, заместитель министра экономики республики Саха-Якутия. Иван Елизарович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего расскажите о реализации инвестиционной программы Якутии. Да, инвестиционная программа Якутии представляет собой документ, который предусматривает строительство, будь то социальных объектов или же объектов инфраструктуры, да. Министерство экономики является ответственным исполнительным органом по формированию инвестиционной программы. Мы ежегодно совместно с органами исполнительной власти и совместно с муниципальным образованием республики формируем инвестиционную программу. То есть ответственный исполнительный орган власти вносит нам свои заявки. Да? Хочется отметить то, что с 2019 года формируется она в электронном виде, то есть она вносится министерствами в информационно-аналитическую систему управления инвестиционной программы, то есть мы перешли на электронный формат. Да? И, соответственно, после рассмотрения в правительстве и рассмотрения в Ултумене уже инвестиционная программа ежегодно утверждается на трехлетний период. И сколько средств предусматривает инвестиционная программа? В текущем году инвестиционная программа предусматривает, ну, общий объем составляет 78 миллиардов рублей, из которых 27,7 миллиардов рублей – это государственный бюджет республики, и 50,7 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета. Тут стоит отметить вот большую работу правительства, да, в части привлечения именно федеральных средств. Вот, так как она сопряжена как бы, ну, как с реализацией и национальных проектов, да, которые у нас реализуются с 2018 года. И самая масштабная и как бы объемная программа является у нас программа переселения из аварийного жилья. И вот продолжая эту тему, сколько объектов введено за последние 5 лет? За последние 5 лет введено рекордное количество объектов социальных, да, именно это 274 объекта, в том числе 47 школ на 10 800 мест, 66 объектов здравоохранения, 74 детских сада, 45 объектов культуры и 34 объектов физкультуры. И продолжая эту же тему, а сколько объектов запланировано? В текущем году мы запланировали вот 67 объектов, среди которых 15 школ, что тоже немаловажно, да, вот стоит отметить, так как у нас до этого вводилось только по 10 школ, да, скажем так, вот 15 школ в этом году, 6 детских сада, 24 объекта здравоохранения и 9 объектов культуры. Ну и продолжая тему инвестиционной программы, какой объем запланирован на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы? На 2024-2026 годы проект инвестиционной программы в рамках первого чтения проекта закона о государственном бюджете на 2024-2026 годы пока на данный момент предусмотрено 74 миллиарда рублей. В том числе на 2024 год пока что предусмотрено 39 миллиардов рублей, да, из которых 19,7 миллиардов рублей – это средства государственного бюджета, и 19 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета. Тут дополню то, что это пока не окончательная цифра, так как сейчас идет работа по второму чтению бюджета, да, на 2024-2026 годы. На этой неделе запланирована правительственная комиссия, на которой будет рассмотрены дополнительные доходы, которые должны поступить из федерального бюджета. То есть доход государственного бюджета будет увеличен, соответственно, сумма также по инвестиционной программе, да, вот, которую я назвал 39, она будет тоже увеличена за счет федеральных средств, во-первых, да, вот, по объектам, которые прошли отбор по бюджетным заявкам на следующие годы. Да, и, соответственно, на их софинансирование, а также на реализацию наших социальных объектов будет также предусмотрено средства государственного бюджета. То есть объем, он увеличится. Ну вот мы сейчас говорим о строительстве социальных объектов по плану. А сверх этого плана ведутся ли какие-то работы? Сверх этой работы, ну, как вы знаете, да, в текущем году президентом страны одобрены мастер-планы по городу Якутску и по городу Нерюнгри, где
Также предусмотрена реализация и социальных объектов, и крупных инвестиционных проектов. Да? Общий объем по городу Якутску составляет свыше 200 миллиардов рублей, а по городу Нерюнгри свыше 100 миллиардов рублей. Да? Вот. В этой части мы сейчас вот отрабатываем с федеральной организацией власти в части привлечения именно федеральных средств, да, так как именно только за счет государственного бюджета реализовать их, ну, конечно же, будет проблематично и сложно. Да? Вот. В этой части тоже идет планомерная работа правительства республики. Ну и вот вы сейчас упомянули мастер-планы городов Якутск, Нерюнгри. И вот как ваши планы соотносятся с ведением, с реализацией мастер-планов городов? Ну, как я уже отметил, в мастер-планах предусмотрены и, как говорится, инвестиционные проекты, и социальные объекты. Да? Конечно же, мы запланировали поэтапный, как говорится, конечно, ввод объектов, да, до 30-го года. Но, опять-таки, это будет зависеть от тех источников, которые будут поступать нам из федерального бюджета и, конечно же, из небюджетных средств, да, и, конечно же, будут подпитываться из государственного бюджета, да. Вот, поэтому мы надеемся, что все намеченные планы, они будут достигнуты. Ну и, само собой разумеется, чтобы соотнести все эти планы, необходимо сотрудничество с руководством этих городов. Вот как выстроена работа с руководством городов? С руководством этих городов, конечно же, у нас выстроена очень, ну, как тесная связь, скажем так, да, так как мастер-планы, они разрабатывались именно городами, ну и совместно, да, получается, с участием и ответственных исполнительных органов власти, и, конечно же, Министерством экономики. Уходящая неделя прошла под эгидой недели экономиста. Вот какие мероприятия были организованы и что еще планируется в день самого праздника? Да, у нас в рамках недели экономиста с 7 по 11 ноября проведены круглые столы и семинары, да, с участием экономистов со всей республики. Вот, также вчера мы провели торжественное заседание в честь столетия экономической службы, да, вот, где тоже отметили и ветеранов экономической службы, и, конечно же, экономистов нашей республики. Кроме того, вчера презентовали книгу «Якутия. Экономика. Век». Она выпущена в 5 томах, где, конечно же, идет, ну, как бы речь про историю от Госплана до Министерства экономики, то есть за все 100 лет. Также завтра в 10:30 утра на канале «Якутия-24» будет, ну, как показ фильма про столетие, как бы, экономической службы. Ну вот вы сейчас упомянули книгу. Можно о ней немного подробнее? В 5 томах, кем она составлена и что за архивные данные и насколько она доступна обычным читателям? Она составлялась Министерством экономики, конечно же, не без помощи наших ветеранов, да, и всех экономистов, которые работали в Госплане и в Министерстве экономики. Да. Как я уже говорил, там раскрыта именно история, какие были, допустим, от 1923 года до 2023 года, да, военные годы, как экономика у нас развивалась, да, послевоенные годы, то есть после 90-х годов, да, как у нас были хоть и проблемные годы, но Якутия как бы не оставалась, не стояла на месте, а развивалась. Вот, в этой книге также раскрывается работа, ну, как дивных деятелей, да, скажем так. Вот, поэтому эти 5 томов именно раскрывают за все 100 лет, какая работа была проведена и экономистами тех лет, да, прошлого века и, соответственно, нынешнего века. Ну, собрать воедино историю целого века работы экономической службы – это огромная работа. Вот как эта работа велась, сколько времени заняла и сколько человек в ней принимало участие? Ну, насчет количества людей я не готов сейчас сказать, потому что прям сосчитать, да. А вот именно по времени, то, конечно же, она проводилась в течение нескольких лет, так как собрать такую базу, да, там, данных, на это, конечно же, потребовалось, ну, серьезное количество времени. Ну и говоря о сборе информации, вот
уже выпустив эту книгу, что вы можете сказать о том, насколько сохранилась история экономической службы? История экономической службы, в принципе, сохранилась ну, в достаточно подробных, скажем так, данных и фактах, да, были архивные данные и фотографии, и, как говорится, документы, которые выпускались Госпланом, да, вот, поэтому, ну, можно сказать, что оно действительно в хорошем виде сохранилось. Ну и в завершение выпуска вы можете поздравить всех экономистов республики с этим праздником. Да, конечно, пользуясь случаем, поздравляю всех экономистов и ветеранов экономической службы, и своих коллег, и всех причастных к этой деятельности. Да. Хочу пожелать вам здоровья, счастья вам и вашим близким, крепости духа, креативных идей, и чтобы ваши планы всегда исполнялись, а также чтобы вы приносили, конечно же, вклад в развитие нашей республики. Спасибо. Ну что ж, Иван Елизарович, спасибо вам, что нашли время для этой интересной беседы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.